Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня на обзоре очередная добрая старая имба, которая когда-то просто тупо шатала. Не знаю, всех все и вся на битве гильдий, на PvP-локациях. Это реально была жесть, когда заряжался этот герой. Кто застал то время, где знают, на сегодня этот герой не актуален, потому что это старенький герой, имеет кучу проблем, нету иммунитетов, как сейчас у новых героев. Выходит новый герой, у него 3-4 там иммунитета, а то и больше. Куча разных возможностей. Тут у нас что? Тут у нас просто дамаг, 11 целей, восстановление 30% жизни от дамага. Вот и все. Пока у нас такая вот сборка будет с обрядом лечения. Собрано у меня чисто на точность, то есть никто уклоняться не будет. В итоге у нашего героя я поставил специально сюда супер, не супер питомца, друга для дамага. В итоге у нашего героя получаются вот такие вот статки. 18 тысяч точности, уклонение 5200, то есть уклона по сути нет, крит резист и все. Поехали, потестируем подземочек. Вот мне интересно, у нас есть интересная кошмарка 4.9. Здесь у нас есть демон, у которого, у нас даже смотра нету, у которого 80 миллионов жизни. Сейчас посмотрим. Так, 16 лямов. 11 целей. Неплохо. То есть 200. Но, как видите, не так, как у новых героев в домах. Просто бешеный. 3. Ну, как видите, герой медленный очень. Вот самое основное, что герой медленный. Скорость атаки довольно-таки хорошая. То есть меньше 1 секунды, по сути. 0.75. Если правильно считать. Но дамага все равно даже в такой сборке не хватает. Я все-таки ожидал большего дамага. Это по демону вообще слабовато. Поехали дальше по кошмарках. Начнем 5-10. Посмотрим, что у нас здесь будет. Так, будут выноситься, не будут выноситься. Пропадают, причем конкретно. Кассия. Это черепа даже не резнулись. Уже один раз ударили, что-то я не понял. А вот резнулись. Не посмотрел, сколько там. Ну, то есть для подземок когда-то вот такой вот вариант под тыквой. У многих была проблема, как пройти. Так, давай, так, чтобы черепа было видно. Как пройти 5-10 кошмарку? Мучились, долго мучились. Потом просто с тыковкой, с купидоном, на разгоне, с зарядом. А еще если валька у героя, как видите, нету проблем. Так, 4800. Почти 5 миллионов, то есть в домах. Ну, больше даже, конечно. Просто это потолок. Таким вот образом, по сути, раньше когда-то проходили. Также ее можно использовать. Я ее использовал на кошмарке. Я не знаю, тут, наверное, ее ушатают. Но тоже как вариант. 11 целей, все-таки это немало. Ну, видите, куча недостатков. Это недоборы разные, неуязы. На ней работает. Вот здесь тоже еще один плюс, то есть есть хоть какой-то шанс. Вот слили мы полностью всех, кстати. Ну, видите, просто без вариантов. Но зато слили, остались одни демоны, поэтому подземку пойти не проблема. Если у вас есть смертушка нормальная, поставили и пак, дамаг на ускорялку, и под ускорением она 100% ушатает очень много зданий. Ну, а дальше уже добивающими героями можно пробовать. Так, поехали еще семерку. На восьмерке, ну, наверное, бессмысленный герой, потому что на восьмую кошмарку надо... Давайте семерку посмотрим. На восьмую кошмарку надо герои, которые рушат здания. Там герои, которые рушат здания, там самый топчик. Так, еще, наверное, ушатают. Нет, отхила, конечно, хватает, но мы нифига себе. Ну, конечно, тут отхил у нас получается и от скилла,
и отхил от обряда лечения, то есть может спокойно себе бегать, не париться, тем более у нас нету стана за счет эмблемки. Вся подземочка у Ронина, надо попасть под кулдаун, сливается на изи. То есть седьмую кошмарку, у кого там нету анубисов, нету тритона нормального прокачанного, есть смертушка, тем более можно и так купить. Немножко в нее вложили, ну не обязательно там качать ее на максимум, если вы под разгоном будете, она реально будет тащить. Ну здесь уже максимальная прокачка, мне просто интересно посмотреть, как она будет ушатывать подземки. Это одна тоже с таких проблемных. Тут, наверное, без ворожая, без отхила не обойтись. Тут еще сейчас хроны будут включаться, она на отражалках просто, наверное, ушатает себя сразу. Смотрите, каждый... Жесть. Нормально, а че нет? Чистое поле просто. Вот вам, ребятушки. Вот вам эта имбушка, которая реально тащит. Сколько здесь героев. Супер. Ну понятно, здесь прорыв 30 и прочее, но герой реально очень крутой. Такс. Интересно еще посмотреть здесь. Ну, у вас на все про все есть 30 секунд. Пока есть. Смотрите, как хилит себя от дамага. Офигенно. Да, по отхилу, конечно, она жесткая. Под разгоном это вообще огонь. Вот вам кошмарка 7-10. Тоже чудесно. То есть все, что поставили защиту от стана, и все, она без кулдауна, она будет у вас, может, дамажить просто бешено. Все, сломали подземки. То есть все-таки как-никак дамага здесь это один из таких из героев, у которых стареньких, у которых нету кулдауна. Бездонатный герой, без кулдауна, 11 целей восстановления. Можно, многие собирали на берст на скорость атаки. Ну, я не знаю, есть ли смысл, если вы будете ее чисто прокачивать, если вы захотите ее прокачать чисто для подземок. Смысла в берсе никакого нет. Если же брать по локации на сегодня, попробуем. Вот тут однозначно любая отражалка, и герой просто улетит в такой сборке на атаку. Я больше чем уверен, сейчас у многих отражалки. Вот, кстати, интересно. Тут не прокачанные, тут герои вообще никакие, они просто даже не попадают. Герой собран без уклонения. Сейчас посмотрим, что по дому. Ого, нифига себе. Нифига себе. Дамаг там. Видите, герой очень медленный. Плюс герой заряжается тоже. Ну, за счет, конечно, удара быстро, но... Нету иммунитета много. Был бы хотя бы пару иммунитетов каких-то. Реально, было бы круто, если бы IGG просто реанимировала старых героев. Добавила им что-то, изменила их. Не вводила нового. А просто сделала какие-то изменения на старых героев. Но дамаг, я вам скажу, довольно-таки приличный. Какие. Надо будет как-то тестануть смертушку против Фрейя. Конечно, Фрейя, наверное, там задамажит, но посмотрите, что делает. Просто бешеная. Но медленная, просто пипец. Эсси дамаг даже не показывается. Так, ворожей. Вот это, кстати, интересно. А что это у него? Три героя всего лишь. Мы должны без вариантов. Это чисто такой герой, который дамажит юнитов. Ну, то есть героя
здание не бьет, то есть если брать на битву гильдии, раньше использовали его чисто ради слива топовых героев. Еще если был Купидон под разгоном, если попадали, плюс Ара, когда его использовали еще раньше, это нереально круто было. На сегодня, ну, я сейчас зайду, просто выпущу вам, покажу его в рейде, это 2 секунды и героя просто нет. Даже если мы поставим супер питомца, понятно, если вы накачаете сюда уклонение дофига, то в 90% случаев герой будет жить. Ну и так, относительно дамажить, все зависит, конечно, от ситуации, от локации, но это уже не то. Так, ну давайте еще интересно. Ушли винвиз на хранителя. Хранитель как раз включился. Красиво мы сами себя подбили. То есть, как видите, дамаг у героя реально очень-очень много. Если же брать рейды на сегодня, ну... просто вот сейчас будет раз-два и все. Даже вот этот хил крутой. Он не спасает. Забор энергии. Фрэнк. Я что-то не понял, каким это образом Фрэнк слился, на чем. А, он слился на отражалке. Вот на чем он слился. Я думаю, что за фигня. Нифига себе, посмотрите. Офигеть, вот это друга выдает. Друга, ребята, еще тот. Сколько у него там отражалки? 65%. Ух, читайте. Неплохая тема. Герои хоть могут жить. Так, а ну-ка запустим. Не вариант вообще. То есть на PvP локациях на сегодня стальники и герои, как и все, поэтому их и нету много. Так, а ну попробуем здесь, интересно. Так, урник в тотеме, это хорошо. Плюс смотритель ударил. Ну вот и все. Даже дерево не смогли убить. Вот такой вот, ребятушки, герой на сегодня. Такая вот его актуальность. И таких героев, к сожалению, очень много. IGG просто тупо игнорирует многих в плане того, чтобы просто поменять. Вот многие просят, поменяйте некоторых героев. Ну, дофига героев, уже 100 там с хреном, 101 герой, и реально с них половина просто, ну, бестолковые, бесполезные. Куча гарнизонных героев, которых можно было бы улучшить, там сделать какую-то им интересную прокачку, тот же самый типа прорыва. А гарнизонные герои, они крутые, реально, вот, у них нету кулдауна у многих. Но, к сожалению, ничего не меняется, то есть, это тоже герой классный, старенький, но, блин, его надо реанимировать, как и большинство. Хотя, что тут реанимировать, тут от обновы до обновы просто трэш. И все топовые герои стают все хуже и хуже, и выходит новая имба, которая убивает полностью все. От момента ввода этого героя уже прошло фиг знает сколько времени. И герой реально очень крутой был на то время, на сегодня он не настолько актуальный. Но, опять же, использовать для подземок, у кого нету там анубисов, либо еще каких-то героев, однозначно можно. При правильной сборке, на разгоне, с тыковкой, с купидоном, с валькой, там, афинкой, герой будет просто тупо офигенным ДПСником. Также его многие... не знаю, сейчас или берут на командные подземки. На командных подземках тоже герой очень крутой был, так как наносит дамаг 11 целей, бьет по всей карте. Соответственно, получается неплохой. Это того же рода шапка. Шапка просто донатная. Это без донат, которого можно получить, если я не ошибаюсь, там за 2000 кг было вроде. Я не помню точно, 1000 или 2. То есть абсолютно... Нет, 2 это, по-моему, был этот... Что-то зависли. Короче, зависли, ребята. Зависли, так зависли. Видите, настолько имбовые герои, что просто кабашка не выдерживает нагрузки. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Я...
больше чем уверен, что у некоторых без донатов до сих пор сохранился этот герой, и они им пользуются. Правда, на сегодня локаций для применения очень-очень мало, потому что все новые герои, которые выходят, намного в разы круче, нежели этот. Но я надеюсь, что когда-то, возможно, поменяется, и смертушка тоже нам пригодится еще все. Я даже не буду собирать, наверное, суперсила. Я оставлю такую сборку. Суперсила, ну, прибавит дамага, и это все равно ничего не поменяет. Дамага здесь и так дофига. Вот обряд лечения увеличивает жизнь и 10% от хила. Это однозначно плюс. Все. Всем удачных выбиваний топовых героев. Всем пока.